сегодняшнем видео мы покажем вам несколько полезных лайфхаков, которые пригодятся каждому пользователю смартфонов. Чтобы зарядить смартфон в поездке или командировке, используйте USB-разъем гостиничного телевизора. Чтобы запомнить длинный список продуктов, которые необходимо купить, просто сфотографируйте содержимое холодильника перед походом в магазин. Так вы точно ничего не забудете. Если у вас есть MacBook, попробуйте прикрепить наушники к верхней части экрана, так они будут меньше мешаться и запутываться. Чтобы телефон заряжался быстрее, активируйте, включите или запустите авиарежим. Это позволит сократить время зарядки. Во время путешествий сделайте скриншоты проложенных маршрутов и отключите службу геолокации для экономии заряда аккумулятора вашего смартфона. Если эти советы вам понравились, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо!